София Свинцова только с виду девушка хрупкая. На соревнованиях по воркауту, проходивших на центральной площади Воденцова, она обогнала даже юношей. Заниматься спортом Соня начала еще в раннем детстве. Когда я была маленькая, мы с папой ходили на турники. Ну, то есть с самого детства как-то руки развивались. Потом ходила на художественную гимнастику, а потом уже на спортивную акробатику. Ну, как так получилось, что вся жизнь со спортом связана. Соревнования, о которых София узнала из социальных сетей, проводила кузница героев. Ее руководитель Владислав Родионов признается, это объединение, итог его многолетней работы. Сейчас в нее входит порядка 30 молодых людей. Их объединили любовь к спорту, отказ от вредных привычек и желание самосовершенствоваться. Пока представители кузницы делают упор на воркаут, но совсем скоро сфера их деятельности расширится. Проведение антиспайс акции, это чтение лекции трезвости, этим я занимался до этого проекта. Но все это попозже, сейчас вот мы именно сконцентрированы на спорте. Тоже есть идеи организовывать какие-то литературные вечера, чтобы ребята обменивались интересными книгами, да, там, рассказывали какие-то истории жизни. Вот. Но все это в перспективе. Пока только спорт. Представители кузницы героев тренируются 3 раза в неделю. Подтягиваются, приседают, отжимаются. Спортивная площадка в центре Одинцова позволяет их душе разгуляться. На ней есть все для полноценных занятий. Не, вам на самом деле по-хорошему будете к ним просто изучить, нового города научиться. Тут он говорит Кузница героев – это объединение молодых людей, которые не ставят перед собой глобальных целей по спасению Вселенной. Они предпочитают совершать поступки каждый день, выкладываться на все 100 на учебе, работе или тренировке и готовы помогать другим преодолевать трудности. Нам нужно ковать себя, как физически развивать постоянно, постоянно работать над собой, так и духовно, и психологически. Поэтому человек как бы кузнец себя, своего счастья. Поэтому ну вот мы куем из себя героев, бытовой героизм, есть такое понятие. 29 сентября в рамках фестиваля «Победа жизни» пройдут соревнования, организованные кузницей героев. Кроме приседаний и подтягиваний, в их программе будут и силовые упражнения. Начать подготовку к состязаниям можно уже сейчас на бесплатных тренировках, которые проводят сами организаторы.